Постоянный шум и температура по 30 градусов. Святая святых теплового пункта работают только профессионалы. Слесарем на заводе Лидия Алексеевна Ладина трудится больше 20 лет. Именно она следит за подачей горячей воды и отопления в цеха большого предприятия. Профессия не женская, скажут многие, а ей нравится. Говорит, тепловой пункт – сердце предприятия. Ответственность у нас большая, потому что если вдруг какая-то аварийная ситуация, парни подадим воду, брак, и вообще завод останется. Станет завод просто-напросто. Теперь Лидия Алексеевна носит звание «Лучший работник тепловых сетей». В конкурсе профмастерства она обошла всех соперников на 10 баллов. Этот конкурс проводится по инициативе губернатора уже в четвертый раз. Ежегодно его участниками становятся самые достойные работники отрасли. Их передовой опыт повышает престиж рабочих профессий. Лучший дворник, лучший слесарь, лучший электросварщик. Всего в конкурсе 6 номинаций. Критерии оценки разные. Рассматривался и стаж работы, и какие-то профессиональные качества. В этом году мы впервые запросили от номинантов истории из жизни на тему «Как я стал работником ЖКХ». Очень много интересных историй оказалось, и оказалось, что люди работают действительно профессионалы, неравнодушные. В этом году за звание лучшего работника боролись 100 человек. Скоро всех победителей конкурса «Профессионал года в сфере ЖКХ» ждет торжественная церемония награждения. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков. События.